Дорогие соотечественники, уважаемые участники дорожного движения, искренне поздравляем наш многонациональный народ с 30-летием государственной независимости Республики Узбекистан. Пусть в нашей прекрасной и неповторимой стране всегда царит мир и достаток. Пусть наша независимость будет вечной, а наши дороги всегда будут безопасными. Уважаемые соотечественники, благополучное проведение праздника в сложном процессе передвижения тесно связано с нашей культурой поведения на дорогах. Для этого нам всем необходимо соблюдать правила и быть взаимовежливыми. В праздничные дни движение на определенных улицах может быть ограничено, а некоторые улицы могут быть закрыты. В такие моменты просим вас правильно оценить ситуацию и постараться выйти из нее самым оптимальным и правильным путем. Просим выполнять требования сотрудников дорожно-патрульной службы, регулирующих движение. Прежде чем отправиться в путь, проверьте техническое состояние вашего транспортного средства и наличие соответствующих документов. Соблюдайте требования светофоров и дорожных знаков. Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. Строго соблюдайте скоростной режим на дорогах. С учетом возможности резкого увеличения потока граждан в горные районы республики в праздничные и выходные дни, в целях обеспечения безопасности движения просим водителей не оставлять транспортные средства на обочине дороги, а также не садиться за руль в утомленном состоянии. Пешеходы, будьте внимательными, не пользуйтесь гаджетами и наушниками при переходе дороги и не пересекайте проезжую часть в неположенном месте. Выполнение этих требований и есть наш достойный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Во избежание разочарований и негативных инцидентов в наших силах неукоснительно соблюдать карантинные ограничения и правила дорожного движения. Еще раз искренне поздравляем всех с 30-летием государственной независимости Республики Узбекистан!